Шаг за шагом на пути к финалу. Такова футбольная жизнь. Отборочный матч чемпионата мира. Сборная Люксембурга. Сборная России. 6 июня на Первом канале. Сыграем. J7. Что мы делаем, когда собираемся вместе? Да пиво пьем. Какое пиво? Ясное дело, продвинутое. Наше любимое, светлое, с отличным освежающим вкусом. Так что у нас никогда не возникает вопроса, какое пиво пить. Возникает другой вопрос. А кто идет за Клинским? Сегодня самый нарядный. Кто идет за Клинским? Представляем новый мощный вкус свежей мяты. Новый Орбит — белоснежная освежающая мята. Он помогает сохранить зубы ослепительно белыми. А для ценителей более мягкого вкуса уже знакомый Орбит белоснежный классический. И поскольку это Орбит, вы защищаете свои зубы от кариеса. Улыбайтесь с блеском. Орбит белоснежный классический и новый Орбит белоснежная освежающая мята. Совершенный вкус и совершенно белые зубы. Сделал. Круто! Близко! Но низко. Пройдено. Мощно. Сложно. Но можно. Ты еще не знаешь Дью. Вау. Не понял. Сделал. Поймал. Въехал. Отпал. Эй, слабо повторить? BBC. Живая природа. Вернулась мать. Она кормилась в листве и собрала отличный урожай. BBC. Живая природа. Утром ты пробуждаешь во мне силы. Ты наполняешь меня радостью и хорошим настроением. Я наслаждаюсь твоей чистотой. А мне ты даришь свежесть. Поэтому мы всегда вместе. Бонаква – достоинство чистой воды. Кто из них продержится дольше? Новый Duracell Plus или эти обычные батарейки? Смотрите, Duracell Plus продолжает работать, когда обычная батарейка уже на исходе. Да, что бы они ни делали, это не поможет. Мощность батарейки Duracell до 10 раз больше. Поэтому Duracell побеждает всегда. Duracell работает до 10 раз дольше. Представляем Venus. Эта бритвенная система создана, чтобы вы почувствовали себя богиней. Три лезвия окружены мягкими подушечками для еще более чистого бритья одним движением. И ваша кожа долго остается гладкой. Venus от жилет для женщин. Те, кто вам дорог, достойны самого лучшего. Поэтому не соглашайтесь ни на что, кроме Orbit. Употребление Orbit после еды помогает сохранить зубы крепкими и здоровыми, защищая их от кариеса. Лучший вкус. Для самой озорной улыбки на свете. Orbit – самая вкусная защита от кариеса.
с этим летом? Тогда пейте Пепси. Вы можете выиграть прозрачные рюкзаки, нагрудные кошельки. А если под крышкой найдете ноту, соберите 30 таких крышек и получите уникальное Пепси радио. А сейчас главный приз. Поездка в Сочи на фестиваль MTV без крыши. Пепси, просочись на MTV. 10 гектаров земли, 12 часов музыки, 1000 бочек пива, старый мельник и лучшие русские группы. Фестиваль русского рока на день рождения старого мельника. Это «Крылья». 17 июня, 10 утра, Тушино. BBC. Живая природа. Духовку включи заранее, чтоб хорошо разогрелась. Пока-пока. Пока кипит, непрерывно помешивай. Выложи ровным слоем. Перевернешь, когда подрумянится. Нарежешь тонкими ломтиками. Привет, как дела? Плиты Мора. Для тех, кто умеет готовить. Так бьется твое сердце и сердца тех, кто рядом. Так взлетает птица и ложится на землю лист. Так летят по орбитам планеты. Так прыгает эта пробка. И жизнь прекрасна, пока прыгает пробка. Аллергодив. Скорая помощь при аллергическом насморке. Круглый год. Произошло с экипажем самолета. Они погибли. Оба пилота мертвы. Один преступник освободился. Была перестрелка. Их охранники тоже погибли. Что мне делать? Говорит Фрэнк Синклер, ФБР. Кто управляет самолетом? Никто. Я здесь одна. Где остальные члены экипажа? Внизу с заключенным Райаном Уивером. Господи. Успокойте ее. Наш самолет разобьется? Нет, вы не разобьетесь. Откуда вы знаете? Мы управляем вашим полетом через центральный компьютер. Но ведь впереди гроза. Почему вы не посадите наш самолет? Терри, пожалуйста, успокойтесь. Самое главное сейчас — держать себя в руках. Он просто помог мне выжить, сделать дело, не боясь испачкаться. Потому что танки грязи не боятся. Мистер Шин, даю я пыли бой. Новинка. Мистер Шин с уникальной антистатической защитой. Длительно действующий невидимый слой не дает пыли оседать гораздо дольше. От пыли надежный щит. Мистер Шин. Дольше долгого без пыли. Фумитокс – наша смерть. Настоящий фумитокс. Насекомым вход воспрещен. Не помню. Краски Орел. Покрасил и забыл. Когда пьешь не спеша. Миринда, оттянись со вкусом. Сделал. Круто! Близко! Но низко. Пройдено. Мощно. Сложно. Но можно. Ты еще не знаешь Дью. Вау! Не понял. Сделал. Поймал. Въехал. Отпал. Эй, слабо повторить? Брук Бонд в двойных пакетиках. Вдвое больше вкуса, вдвое больше энергии. Брук Бонд. Двойные пакетики, двойная энергия. Автомобиль не позаботится о вас так, как новый Ford Mondeo.
потому что у других автомобилей нет интеллектуальной системы безопасности. Новый Ford Mondeo создан быть первым. Он просто помог мне выжить, сделать дело, не боясь испачкаться. Потому что танки грязи не боятся. Старательные кружки Сорти охотно берутся за любую стирку. После их блестящей работы грязь и пятна исчезают без следа. Новинки Сорти с ароматом яблока и лимона в новой экономичной упаковке. Скажи Фуджи. Фуджи! Удача улыбнется вам с каждым снимком Фуджи. Экстра качество Фуджи Color Superior с уникальным четвертым слоем. Приготовьтесь! Это Cool Blue Mach 3. Три лезвия расположены так, что каждая бреет еще чище. Меньше движений бритвы, меньше раздражения кожи. Mach 3 – свежий дизайн. Новый Cool Blue Mach 3. От Gillette. Без денег счастливым всегда можно стать. Быть сильным мужчиной и нежным, как мать. Поверь в свои силы, ключ к себе подбери. Открой свое сердце, ты не один. Открой себя, открой себя, скафе. Открой себя, открой себя. Открой себя, открой себя, скафе. Лаз Гази! Вау! Команда Гази, Дана, для всех! А у нас есть-то. Карьера. У нас фиеста! А у вас фиеста? Маги-маги! О, твой знаменитый оливье! Маги-майонез. Всегда верный вкус. Прости, я не сказал тебе. За все, что было. Хоть в чем-то наши вкусы еще совпадают. Pepsi Light. Отличный вкус вместо калорий. Подняться в воздух совсем непросто. Но птицы, в отличие от ученых, не очень задумываются об этом. Баловни эволюции. Предмет зависти для тех, кто боится потерять почву под ногами. Миллионы лет назад они оторвались от земли для того, чтобы заселить небо. Правда о птицах. Программа «В мире животных» и сериал BBC «Живая природа» в эти выходные на Первом канале. Город Грозный, храм Архангела Михаила, самый большой и красивый храм в Чечне. Периодически отец Назарий приезжает сюда, чтобы отслужить молебен. И с каждым своим приездом все меньше и меньше своих прихожан застает живыми. Отец Назарий благочинный Чеченской республики. Год назад боевики приговорили его к смерти. За голову иеромонаха объявлена большая награда. Его приход – вся православная Чечня. Спецрепортаж «Блокпост отца Назария» 3 июня на ОРТ.